Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, с вами Акул, и сегодня я поиграю в NHL 13, карьеру за Penguins, Pittsburgh Penguins. Как вы видите, я играю на веб-камеру, и я ношу очки. Для кого это новость, для кого это не новость, у меня очень плохое зрение, поэтому я их не просто так ношу, понимаете, приходится носить, я... Ношу и линзы, но в линзах за компом сидеть, это очень-очень глаза устают. Поэтому, если... Ну, я с этим ничего не поделать не могу, это здоровье. Это мое здоровье, и мое здоровье, конечно, важнее. Но я хочу себя... Ну, чтобы вы меня видели на веб-камере. Я думаю, это очень даже прикольно, когда там какие-нибудь голы, видеть мою реакцию какую-либо... Или когда там заскучаете, посмотрите на мое физиономию. Ладно, симулируем до следующего матча. У нас следующий матч против очень сильной команды, команда Capitals. И это будет очень тяжело, я думаю. Так. Знаете, в НБА как-то замудренно это все сделано. То есть какие-то трейды. Здесь можно все просимулировать и спокойно играть. Принять трансфер. Так, смотрим. Цена трансфера. Так. Блейк. Сурей. Давай, наверное, согласимся. Пофиг. Так. Играем матч. Против Вашингтон Capitals. Там играет Овечкин. Но прежде чем сыграть... Я хочу кое-что поменять, и поменять, конечно же, хочу это сложность игры. Поменять время. То есть, чтобы я больше играл, чтобы вам было интереснее смотреть. Так, правила где у нас? Вот правила. То есть, поставим 6 минут, один период. Я думаю, это классно, да? 6 минут, более-менее мы успеем сыграть и хоть как-нибудь отыграться, если нам забьют много голов. Погнали играть. Capital себя покажет, я думаю, и Овечкин там как минимум забьет. Так, Сурей, травма. Легкое сотрясение в их лодыжке. Ну, я думаю, они восстановятся. Это не такие серьезные травмы. И вот я уже увидел Овечкина. Погнали. Авто. Удары поворотом я поставил, потому что, ну, блин, мне нравится, когда забивать, короче говоря. И я еще не такой профи в НХЛ, хотя уже научился забивать и раздавать пасы более-менее разумные, но я еще до конца не научился играть, поэтому буду, как говорится... Играть на... Ой-ой-ой. Играть на автоприцеливание. Так, Овечкин с шайбой. Прострел. Ой-ой-ой, удар. Что ты делаешь, Шлюрей? Где шайба? Вот, а хорошо. Нил с шайбой. Входит. Ой-ой-ой, сбили Нила. Так, а зачем его сбили-то? Воу-воу-воу, тише. Конис с шайбой. Так, конец. Мартин. Литенк. Удар, рикошет. У Куниса снова шайба. Но его сбивает. Нил. Конец. Литенк может встречать соперника. Удар по воротам. По нашим воротам. И давайте-ка еще раз попробуем забить. О, вау, потише. Куки, перехват, Куки. Тихо. В офсайд не ушел, красава. Мартин Литенк, бросок. Еще бросок. Ну, заблокировали бросок этот, Capitals. Мартин Литенк, снова бросок. Кросби. Кунис. Кунис. Хорош, Кунис. Красавчик. 1-0 в пользу Pittsburgh Penguins.
удачный бросок совершил Кунец, и он просто красава. Давайте посмотрим на повтор. Просто вот зашел на пятачок, его вообще никто не держал, Смотрите, все защитники куда-то разбежались, и только под конец поняли, что надо сдержать Куница. Но уже было слишком поздно. Сейчас будет скидка. Эх. Хорошо. Опасно. Удар поворотом. Попытка. Тангреди с шайбой. Притормозил Тангреди. Сканин. Орпик. Орпик с хорошим ударом. Еще бросок. Сколько мы бросков сделали? Я бы не сказал, что Capitals как-то старается защищаться, но мы просто имеем огромное преимущество. Орлов с шайбой. Вот, можно сказать, вторая контратака Capitals. И неудачная. Тангреди с шайбой. Ой, хорошо. Попытка не пытка, как говорится. Мы отняли снова шайбу. Снова удар. И выбрасывание. Я забил шайбу уже после свистка арбитра. Поэтому гол не засчитан. Так, Гилл. Попытка удара, броска. Опять сбрасывание. Ну ладно. Малкин. Давай. Эх, сейчас мы проиграли вбрасывание это. Ой-ой-ой. Фух, хорошо, что промазал игрок Capitals, потому что это было очень опасно и мог быть гол. Смотрите, зажимает меня и удар. Но не забиваю я. Окей. Гилл. Кноубл. Хорошо, сбиваем Кноубла. Так, в средней зоне находимся. Или как эта зона называется, не знаю, по-моему, средняя. Выбили игрока из-за трибуны, но это смешно, конечно. В футболе бы за это красную уже дали бы. Но это не футбол, это хоккей. Дупуйс с шайбой в дальний, в ближний угол бросок. Добивание. Но нет. Ладно. 3 минуты до конца первого периода. Орлов с шайбой. Я его попытался сбить, но Орлов какой-то вообще несбиваемый чувак. И он входит на пятачок, удар. Флюрей все блокирует, все, что может, и офсайд. Орлов. Поти. Проброс. Тут надо было зажимать этого чувака. Прострел на пятачок не удался. И Нил с шайбой. Нил. Притормозил. Дальний угол. Блин, сейф вратаря. По-моему, там штанга еще была. Я не увидел. На самом деле, 4, 5, 3, 2, 1. Все. Период закончился. Первый период закончился в пользу нас. 1-0 мы ведем. В принципе, очень хорошо. Мы сделали очень много бросков и ударов. И второй период, я думаю, тоже за нами будет. Мартин, выиграли вбрасывание. Кунис снова. Входим. На пятачке у нас два игрока. Нил, прострел, не получился. Кросби. Азнер с шайбой. Передача на Овечкин. Овечкин. Ой-ой, Овечкин практически теряет каску. Овечкин. Овечкин какой-то дикий вообще чувак. И он, ему пофиг то, что он потерял каску и продолжает играть. Ух ты ж, Овечкин. Да, кошмар. Овечкин только что не забил нам блестящий гол. Так, 18 номер. Кто это у нас? Кунис, нет? Нил. Нил с шайбой. Пас на пятачок, Дюпуйс! О, хороший бросок, кистью Дюпуйс. Но, блин, снова теряю... Каска все валяется, Овечкин там, но он ее поменял, походу. Бэкстром. А вот, да, Овечкин уже... Да нет, он без каски, он какой-то вообще бешеный, ему похер. Нереальный Овечкин какой-то. Ну, он в жизни такой, походу.
Вау-вау-вау, добивание! Промахивается поворотом. А был отличный шанс удвоить счет. Дюпуис. Передача Нисканина. Нисканин, удар. Кнобал с мячом. Джамера, Орпик. Орпик прижал, хорошо. Но шайба остается соперников, бросок. Хороший сейв Флюрея, и снова бросок. Под удар, снова бросок. И штраф. В большинстве Вашингтон останется. Удаляет 44 номера, походу, да? Сейчас посмотрим, за что удаляют. Да, 44 номер, Орпик. Ой-ой-ой, прижал тут, ну ладно. Орпик там злится, бьет клюшкой об стекло, ну ладно, я думаю, он отойдет от этого. Ли Тэнг. Куда Ли Тэнг дает? Кидает эту шайбу. Ой, перехват, отлично. Саттер. В центр Саттер. Одного защитника обыграть? Нет. Не получится. Гил. А, шат не получился у нас. Удар. Ли Тэнг. Ух, опасно, блин. Аж мурашки по коже. Ё-моё, как опасно. Хорошо. Прострел снова. Но здесь на месте. Игроки Кросби. Кросби с шайбой. В центр. Что, офсайд? Блин, я офсайд залез. Ну ладно. Эх, ты офигел, что ли, а? Иди сюда. Иди сюда. Ну ладно. Давайте, наверное, подеремся во втором периоде. Я забыл, как драться, но... Я сейчас постараюсь подраться. Я на самом деле не знаю, как драться. Во-во-во, все, мы деремся, ребята, деремся. Эти ублюдки меня достали, Capitals. То, что они такие офигевшие чуваки. Он офигел, он мне два раза попал. Давай, давай. Нас вырубили, ребята. Семин оказался сильнее. Кунис бедный упал. Ну ладно. 5 минут штраф оба получают. Но он меня реально достал просто. Так. Гил, сбивай. Ой, Овечкин. Выбивай мяч. Хорошо, шайбу точнее. Мяч, я привык, ребята. Кросби, нет, удар. Снова Флюрей. Флюрей, вбрасывание. Кросби. Воу-воу-воу, опасно. Гил. Шайбой. Прижали Гила. Кросби. Ускорение Кросби. Торможение. И удар не получается. Зажали три игрока. Capitals. Воу-воу-воу. Опасно. Мартин. Карлсон. Прижимаем Карлсон. Ух ты, прострел очень опасный. Ой, хороший перехват седьмого номера Мартина, это походу. Куда ты даешь передачу? А, ошибся я. Так, Овечкин упал, а этот кто-то другой. 42 номер с шайбой. Сбиваем. Отлично, Ли Тэнг. Ли Тэнг с шайбой. Справа заходим. Ускорение. Но я пытался вот так вот закрутить шайбу. У меня не получилось. 4 минуты до конца второго периода. Счет 1-0. Удар по нашим воротам. Спасает ворота. Еще удар. Нет. Флюрей сейф откуда? Разве так можно? Вау, там чуть ли не драка начинается. Какой-то бешеный... Матч получается, давайте-ка чуть-чуть снизим темп игры. Ну, блин, не получилось у меня снизить темп. Осторожно, играем. Слишком, знаете... Так, неплохо. Неплохо. Нисканин! Удар! Блин, не получилось.
Гейл, фуф, я думал офсайд залезет, я думал офсайд залезет. Давай, под удар. Блин, не получилось, Кросби пропускает шайбу и Нисканен. Блин, я хотел выбить мяч, но не получилось. Да, отличная игра пока, третий период Capitals может забить нам, поэтому надо сдерживать их. И попробовать самим забить. Это будет практически нереально, но надо забить. Смотрите, Летенг, попытка была прорваться. Кунис вышел, кстати, после драки. Нормально, но, блин, его нас побили, это неприятно, на самом деле. Я блок не ставил просто, Опасная. Кросби. Нил. Кросби подбирает. Нет. Давай, передача. Летенг. Ну что происходит? Они какие-то просто бешеные. Мартин. Сдерживай его. Так, первый на подборе наш игрок. И мы выбиваем шайбы, как будто находимся в меньшинстве, но сменяется звено у нас. Мартин. Ууу, опасно! Фух. Летенг. Падает хоккеист. И удар по воротам. Снова удар. Фу, Флюрей просто сейвит нереальные шайбы. Но это все-таки один из лучших вратарей в НХЛ, я думаю. Так, Летенг. Блин, не получилась скидка на Мартина. Воу, опасно. Фуф, разрядили обстановку. Малкин разряжает обстановку, 9 номер. Ускоряется, Дюпуис. Бросок, сейв вратаря. Ну, там слишком было просто и читаемо, я думаю. В пас играют, и отличная передача прошла на... Ой, блокировка. Летенг. Силовой прием. Снова удар по воротам. Флюрей, Орпик. Переходим в контратаку. Шутер. Сутер, я не знаю, это что-то ко мне прижимает. Прострел. Хороший гол. Там Грэди просто великолепный. Это пипец, какой гол был классный. Отличная передача была Сутера. Это блестящий, посмотрите, Сутер. Прострел и бам. Красава. Мимо двух хоккеистов прошла передача, и посмотрите, как забивает. Кто забил, я забыл уже. 25-й номер. Ну ладно. Тангрейди, точно. Так, 2-0, это уже очень хорошо. 10 минут, конечно, все может поменяться, но нам надо просто играть осторожно. Я так и играю вроде. Смит. Адамс. Еще бросок. Давайте еще третий забьем, чтобы нафиг... Увеличить отрыв на 3 гола, это будет очень классно. Джеймс Нил. Лидер по очкам. Ну ладно. Так, аккуратно. Ой-ой-ой. Прострел, прошел. О, штанга. Капец. Кросби. Кросби с шайбой. Кросби держит шайбу, я пытался тут чуть пофинтить, но, блин, потерял. Хорошо. Конис в нейтральной зоне. Вау, смотрите, как обыграл второй номер. Прострел на Кросби не прошел, но окей, не проблема. Орпик. Сдерживаю. Силовой прием. Получился. Зацепил. И уходим из обороны в атаку. Блейк. Или кто это у нас был? Так. Передача на Орпика не прошла. Я вообще не на Тангреде, а на Орпика. Перехват, Блейк. Ой-ой-ой, да хорош меня прижимать. Нисканен. Силовой прием не получился, обманули его. Фуф. А, Capitals атакует очень опасно. Ой, перехват не получился. Да, пусть вбрасывание будет.
Николас Бэкстром. Кросби. Хорошо. Мартин. Кросби. Ускорение Кросби. Влево-вправо торможение. Снова уход. Назад на Мартина. Мартин. Мартин. Литенг. Удар. Нет, мимо. Так. Хорошо. Удар. Блин, я забыл выйти из рейд-кола, походу. И там чуваки разговаривают. Вы, может быть, их не слышите. Вратарь уходит с ворот. Нет, удар. Фу. Не, удар, Кросби. Черт, блин, забыл выйти из рейд-кола. Тут прям шумят, но надеюсь, вы не слышите. Надеюсь, вы это не слышите, и вы не слышите голоса. И 25-24 секунды осталось. Из рейд-кола я не вышел. А, капец, флюрой засейвил. Я не могу выйти из рейд-кола, ребят, никак. Я думаю... Марк Андре. Фу, ребят, 18 секунд продержаться, поэтому не пропустив два мяча, это реально. Но, ух, если, конечно, сейчас они... Они без вратаря же играют, да? Сбили! Хорошо! Коке! Коке! Решай, Коке! Да! Все, 3-0. 3-0 Capitals порвали. Просто вот так вот Capitals сорвем. И я думаю, это отлично. Очень классно. Блин, тут Ставр просто базарит в рейд-коле, я не могу его никак заглушить, потому что я играю, но на самом деле, ребята, это великолепная игра была. А, подождите, еще не конец. Я совсем забыл. Это не конец. Выбиваем проброс. И все. Так. Все, ребята, с вами был Акул, до скорых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим видео, если вы хотите видеть продолжение карьеры за Питтсбург Пенгвинс. Я потихоньку поднимаюсь, мы выиграли Capitals, которая выиграла, сколько, 6 раз, да? Ну, это, в принципе, неплохо, она такая средненькая команда, но там играл Овечкин, которого мы просто... не дали ему забить свои ворота. С вами был Акул, ребята. Я думаю, вам понравилось так же, как и мне. Подписывайтесь на канал. Пока.